Буэнос диэс, братва. Я один раз икнув заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем проходить сюжетку в Borderlands, да-да? Мы прошли 3 из 4 дополнений, 4 я пока не трону. Поэтому как-то вот так. Поэтому садитесь-ка поудобнее, берите ништячки и поехали. Скутер просил передать, что у него есть... кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично поговорить. Так, я так понимаю, мы сейчас в старую гавань пиздуем. Здравствуйте. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. Даже несмотря на огненный дебаф, я положил его вообще не напрягает. Сейчас еще и кримсоноидов начнем крошить. Разделался с толпой пауков, не потратив и обоймы. Круто. Так, старая гавань занята кримсонитами. Уж придется пострулять наш мега супер пупер ствол. Что-то мне как-то вообще похуй не находите. Там кто-то выебался или мне показалось? А прикиньте, как бы я здесь потел, если бы я полез сразу, не проходя дополнение. Так, кто там выебывается, я чуть не понял. А ведь я уже был готов прыгать. Блять, когда происходит вот такое, честно, напоминает избиение младенцев, не иначе. Это как бы намекает, типа, срал я на ваши щиты. Не нравится. Н-
Надо же! Вы еще не умерли. Ну, удачи. Увидимся. Че, выходим? Если алое копье заинтересовалось нами, значит, мы навлекли на себя большие проблемы. Вернее, ты, а не я. Я сижу в безопасном месте, попивая ромашковый чай. Им известна легенда о хранилище, поэтому они вряд ли спокойно пропустят тебя туда. А еще у меня есть масляное печенье. Куда бы они делись? Пропустят, как миленькие. Потому что, ну, я их жарю, как ультрамальвин, блин. В смысле, я что-то вообще не напрягаюсь абсолютно. Мои машины со своими страшными иглами. Не, ну это вообще не серьезно. Так, то есть мне прямо? Флинт работал на меня, но был уволен за некомпетентность. Уходя, он украл у меня одну деталь и пнул мою собаку. А она была последней четвертой частью ключа. Деталь была частью ключа, а не собака. Так, соляные равнины, говорите, ага. Купи аптечку. Не пожалеешь. Все, хуйня, кроме печенюшек. Эй, меня Скутер зовут. Пора и по газам. В честь моей сестры. А теперь прокатимся с ветерком. Ну, я так думаю, что нужно наваливать на все бабки. Потому что я бешеный, я сумасшедший, хер он кто чего сделает. Можно вообще забить хуй на бандосов. Ты здесь? Отлично. Я давно тебя жду. Мои люди нетерпеливы. Но я буду наслаждаться каждой секундой, пока вся твоя кровь до последней капли не впитается. Так, первый пошел. Ну, где вы, петушки? Сейчас мне надо унизить 4 тачки, прежде чем забраться внутрь экскаватора. Так. 2 тачки. Боль. И унижение. С одной стороны, это неинтересно. Ну, блять, какой толк в избиении младенца? Но с другой стороны... Это прям как бальзам на душу за все то, что ты уже успел испытать. Готовченко. Так, и последний мамонт.
Ну где ты, пидор? Ну где ты ходишь, пидор? Хотя в одной из прошлых серий мы, по-моему, пидорасов косили. В прямом смысле слова. Ко мне в руки. Разве можно отказать тому, кто так сильно жаждет смерти? Входи в мое скромное жилище. Отвали, говнюк! Так, теперь пойдем, откуда будут выпрыгивать психи. Но, с другой стороны, даже учитывая то, что их внутри ебаный вагон. Мне как-то по боку. Потому что я могу вот так. Вести себя! Хочет меня! Хочешь богу! Чё? Кто там выебывался? Уже не выебывается. Странно. Затих. Тут железячка валяется, кстати. Но поскольку мы уже подходим к концу игры, мне как-то... Верите, мне уже стало максимально по боку. Ага, ну вот я и мочу. Причем в большинстве случаев это криты. Да и летят они, надо сказать, ого-го как. Так, где там мини-пидор? Уснул. Уснул. Да. Hear the bumper now. Поехали. Гость, устраивайся поудобнее. Мои ребята вот-вот будут здесь. Никто не сможет пожаловаться на гостеприимство великого барона. Ну чё, подходи по одному. Да уж, ДПМ у этой штуки жуткий. Честно, первый раз я валю безбашенного психа с одного, сука, выстрела. Что это, блять, за жопа разрывать? Реально, просто это не револьвер, это, сука, срака разворачиватель. Срака разверточная нахуй установка. Раз, петушок. Два, петушок. Чё-то быстро они сдулись, не находятся. Так, нам еще кто-то сверху, по-моему, выебывался. Этот уже... Не сможет ее. Так. Спит. Когда мы тебя поджарим.
Так. Чё, ходи сюда. Готов. О, а вот и ключик. Слушайте меня внимательно, наемник. Четвертого фрагмента ключа не существует. Танис перешла на нашу сторону. И у нас есть весь ключ. Она использовала вас, чтобы добиться своей цели. Вы игнорировали мои приказы, но у меня есть к вам предложение. Вы немедленно покинете планету, а мы не станем вас преследовать. Окажите себе услугу. Воспользуйтесь моим великодушием, пока еще есть такая возможность. Знаешь... Ауэ Копье ждет неприятный сюрприз и серьезный урок. О, нет. Нет, нет, нет! Этого не должно было случиться. Подождите. Говорит командир Стил, Алое Копье корпорации Атлант, Звездная бригада. Внимание! Внимание! При подготовке к спецоперациям Алого Копья я приказала прекратить работу эхо-сети. Любая попытка препятствовать нам будет караться лишением жизни. Не стоит испытывать мое терпение. В противном случае мы закроем и торговую сеть. Это первое и последнее предупреждение. Блять, а здесь у них чипы не падают. Что, черт возьми, происходит? Стил совсем с ума сошла. Эхо-сеть закрывают, а к нам поступают сообщения о перестрелках вокруг убежища. Это зона боевых действий. Убежище вот-вот падет. Местные жители всеми способами рассылают сигналы. Ты чё, о бедствии. Охуел, псина. Все пошло не так. Вы меня видите? Эхо-сеть не работает, я вас не вижу. Мы совершенно ослепли, друг мой. Время на исходе. Хранилище можно открыть лишь раз в 200 лет. Так, теперь куда пиздящий-то? Кто мне скажет? А, он туда, в ебнище. Ну что ж, поехали. Раз пошла такая пьянка. У нас еще есть минут 15 денег. Чтоб сильно серию не растягивать. Поехали нахуй. В ухо я вас всех ебал, черти. Так, только я поехал, по-моему, не туда, ну ладно. Я как бы вообще имею полнейшее право класть хуй на все эти закидоны. Так, мне чуть дальше. Но на машинке я туда один хер не пролезу. Задний двор. Просто раскидывать уродов не глядя, чтобы банально не мешались. Блять, я всегда так хотел. Но опять же, позволю себе маленький спойлер.
лжет не Таннис, как было сказано в описании задания. Лжет как раз таки Хельга. Но опять же, через пару, наверное, серий вы получите объяснение, откуда же все-таки в пузе у Хельги оказалась дырка, когда мы мочили ее в четвертом DLC. Ну, там, когда межпланетного ниндзя-убийцу железяку крошили. Да пошли вы нахер, перцы. Есть из чего выбирать. Что-то есть хорошего. На продажу возьму. Чуть не спрыгнул, блядь. Ты же так не глядя петельку ебанул. Тут сейчас будет мясо, насколько помню. Ну как, пострелять придется. Учитывая текущую конъюнктуру ситуации, я как-то вообще хуй клал на все это дело. Там еще вроде кто-то выкопался. Закопался обратно. Торговашки. Так, все хуйня. Что это за револьвер, у которого дамага больше, чем у дробовика? Я-то урод наоборот. Что-нибудь подскажешь, что сейчас вот должно быть весело. А, Маклауды. Точно. Смерть всем, кто стоит у нас на пути. О. Эта пизда опять голос подала. Кстати говоря, по лору игры она является одной из 6 женщин-сирен, которые есть на Пандоре. Второй. Да мри ты уже, заебал. Блять, ну вы поняли. Обычно с ними приходится протрахаться минут 5. Ну а тут сами видите. Так, Crimson Fastness. Скажем так, ну не то база, не то аванпост Алого Копья. Так, чё, кого, куда дальше? Угу, генераторная. Некоторые проблемы будут вставлять только вот эти ребята, и то из-за наличия щитов. А обычно солдатня вообще вопросов не доставит. Так, где-то железяка живой. Вон он. Так, где ремнабор? Протечка месячные, что ли? Да, грубая шуточка, ну, блядь. Мизантроп. Здорово копать. Чего-то я их вообще не вижу. Раньше тут приходилось ого-го как мудиться. Так, ты где? Ну да, кому в кайф, когда тебе прилетает охуевший такой заряд свинца на 1,5 тонны дамаги? А?
Так. Хуяк. Я хоть правильно иду-то? Ну, по идее, да. Не. Все-таки с Ревелем это дело веселее. Особенно учитывая, что я вообще срал на наличие отсутствия патронов. Тут желательно либо с более близкого расстояния, либо в череп ебошит. Особенно если у пятушек есть щиты. О, а вот Патриция. Привет. О, кизла, да? Угу. Пошли, хули делать. Так, теперь куда? Так, вот он проход. Заебись. Ой. Кто-то, кажется, чуть не отгреб. Блять, не вовремя паузу сделал. Так, произошел взлом жопы. Так, а вот командная консоль. Шикоз. Так, ну чё, активация консолей и передатчиков, я верно понял? Так, нам прямо. Улыбнуться хотел, не вышло. Сейчас, по идее, тут воротина должна открыться. Угу. Раз, два. Три. Четыре. Четверых безбашенных пятью, сука, патронами. Я не говорю, что это доказательство моего скилла, а просто к тому, что... Блять. По идее, должно было быть эпическое мясо, а получилось избиение младенцев. Вот как так-то, блять? Ёбаный урод, да как так-то? Так, ну чё? Там пиздос. Ага, педик там точно есть. Я, наверное, сделаю вот так. Скажу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Ну, как обычно, впрочем. И продолжим мы в следующей серии. Активировать эти ебучие консоли. Доставать Патрицию из тюрячки. И... где-то в ближайших сериях начнется ебучий спидран хранилища. Да. Поэтому... до скорого, парни. Увидимся в следующей серии.